Некоторые говорят, это пришло вдохновение, муза там какая-то. Вдохновение – это когда вы загрузили достаточное количество информации, когда вы изучили очень глубоко вопрос, а потом просто дали мозгу самому вам что-нибудь по этому поводу сообщить. И Анри Пуанкаре подробно описывает в этой статье, как много вариантов он просчитывает, как он тратит вот буквально бессонные ночи, проводит, бьется над проблемой и не может ее решить. А потом он говорит, и вот меня приглашают на прогулку, я иду в горы, беседую ни о чем, значит, в каких-то пустяках со своим товарищем. Мне приходит эта решающая мысль, которая объясняет все. Значит, почему он оставил мозгу возможность работать с той информацией, которая в него загружена, не лез туда своим невротичным сознанием, вот, и дал ему сварить, так сказать, нужную кашу и вывалиться в качестве результата.